Всем привет! Вы на канале Мехамозг. Меня зовут Евгений. Друзья, появилось у меня вот такое вот заточное устройство. Нестандартное, блестящее. Откуда оно у меня взялось, я расскажу в этом видео. Пришло мне две посылочки от Андрея из города Фурманов Ивановской области. Довольно тяжелые посылочки. И вот на базе того, что в этих посылочках, я постараюсь сделать что-то полезное. Сейчас распакуем, посмотрим, что там, и буду думать. Итак, распаковал и сразу промониторил, что это вообще такое здесь. А здесь мы можем видеть, это мясорубка, по крайней мере большая ее часть. Тут написано Apache, не путать с американским вертолетом Made in Italy. Это Made Italy. Все рабочее, сейчас покажу. Вот соединил по-быстрому, не стал с выключателями заморачиваться. Блок питания, тоже вещь полезная. Очень, я как раз искал, где... Маленькое напряжение мне брать. И вот это у нас кутер. Ну что это такое? Ну это по сути дела тоже мясорубка, но гораздо более универсальная. Тоже работает. Единственное, что нет у нее кастрюли вот тут. Поэтому есть защитное устройство. Приходится нажимать. Тоже защитное устройство. Еще, чтобы к ножам... Руками не лезть, в сторону отодвинул, уже не включишь. Вот такие вот подарки. Андрей, огромное спасибо за эти ценные подарки. Я пока мониторил в интернете, увидел, сколько это все стоит. Это профессиональное оборудование. И стоит довольно-таки недешево. Огромное спасибо. Что я сейчас с этим планирую делать? Вот эту вот часть от мясорубки пока отложу в сторону и блок питания. А из этого я сделаю что-нибудь полезное. Итак, на что у меня хватило фантазии? Получилось вот такое заточное устройство. Сейчас я полный обзор проведу. Почему именно такой конструкции? Во-первых, вот эта вот лента, она может перекидываться. Как прямо делаться, так и в другую сторону. Хотел делать полноценный гриндер с этого, но вращение не позволяет. Вращение. Если было вращение в другую сторону, получилось бы здорово. Все работает, сейчас покажу. Просто наждачка мелковатая, R120. Вот этот рычаг, он очень удобный, если кнопки здесь, и я что-то нештатная ситуация пошла, такое защитное устройство. В любую сторону дернул и остановилось. Далее. Так, сейчас я перекину его наверх. Покажу, как меняется лента. И как выставляется. Хотел сделать я так, чтобы не было регулировки, чисто вот роликом. Сложно было выставить, чтобы не убегала лента. Здесь можно видеть газовая пружина, обычная мебельная. 100 рублей он я купил в мебельном магазине. И она позволяет...
С одним и тем же усилием давить вот на ленту. Но после этого я затягиваю вот эту гаечку, чтобы она не упала влево-вправо. А вот этим болтиком регулируем, чтобы лента не убегала. Потому что консоль большая. И вот такое вот получается устройство. Подтяну. Ну вот, как я уже сказал, можно вертикально выставить. Вот я не догадался, еще упор надо поставить. Съемный упор. И тогда вообще будет замечательно. Вот такое вот замечательное заточное устройство. Сейчас я вот сниму, покажу ролик. В принципе, серьезных конструкторских изменений сюда не внес. Рама это довольно просто. На этом я заострять внимание не буду. Хотел бы вот заострить внимание на вот этом ролике. Оклил я его из алюминия, мешал поршня с электрическими проводами. Получился, в принципе, довольно неплохой сплав. В процессе обработки почти не налипал на резец. Тем более, если салом мазать, вообще замечательно. И чистота поверхности вполне себе удовлетворительна. Для данного ролика пойдет. Перед обработкой болванку взвесил и деталь после. В весе она потеряла почти в 2,5 раза болванка. Но фиксируется данный ролик на валу тремя вертышами, расположенными симметрично по ролику. Ну вот, в завершение разверну и в другую сторону теперь сейчас покажу. Кнопки неудобно. Красота! Ну что ж, кому понравилось, не забудьте поставить лайк. За идею, так сказать, за креативное мышление, за оригинальность. Всем творческих успехов, до новых встреч!